За эти годы спасательная служба России, начинавшаяся с нескольких десятков человек, превратилась в многотысячную армию спасателей, пожарных, авиаторов, пиротехников, психологов, врачей, кинологов, водолазов, альпинистов, сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам и Госпошнадзора, горноспасателей и военнослужащих гражданской обороны. Президент России Владимир Путин назвал российскую службу спасения символом надежды. Так говорится в поздравительной телеграмме ко Дню спасателя, текст которой опубликован на сайте МЧС РФ. Сами спасатели называют основным результатом своей работы спасенные жизни. И тех, кого удалось спасти во время ЧС, и тех, чью гибель смогли предотвратить, не допустив чрезвычайных ситуаций или пожаров.